Бабушки онлайн – это реально. Проект ученической думы по обучению пожилых людей компьютерной грамотности успешно реализуется на территории областного центра. Школьники из 4 школ обучают пенсионеров, как пользоваться аськой, мылом, объясняют, для чего нужен скайп. 2 месяца кропотливых занятий и продвинутых юзеров в городе стало больше. Участниками данного проекта первой стадии стало порядка 30 человек. Они вот сейчас все выпускаются. На самом деле наладилось, кроме того, что люди получили дополнительное какое-то знание, наладилась связь между поколениями. В пятницу выпускники получали сертификаты. Это занятие последнее и оттого немного волнительное. Задание звучит следующим образом. Со своей личной электронной почты необходимо отправить письмо на адрес школы. Освоили то, что как включить. Вот я дома, например, даже не могла включить, потому что как только подходишь так, ой, не трогай, ты неправильно сделаешь, ты нет, и страх. И вот сейчас это все как-то вот уже в разуме ты знаешь, но все равно страх. Вот какой-то страх, вот, а вдруг не туда. В основном обучение проходили ветераны педагогического труда. По иронии судьбы, в своем преклонном возрасте они переквалифицировались в учеников. Однако такие метаморфозы лишний раз доказывают извечную истину о том, что учиться никогда не поздно. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.